Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, что у нас тут? Энергию дают для события. Ну и мы, как всегда, начнем с ивента, пожалуй. Ежедневный ивент. Так, куча могил. Бомба. Подожди. А как это мне должно помочь? Что-то бред какой-то. Просто бред. Интересно, ладно, хорошо, допустим. Поставим. А как мне могилу-то уничтожать? Тут только один вариант. Тогда, когда они наступят на мину? А какие еще могут быть варианты? Вообще никаких. Ну вот здесь же он же, по-моему, не уничтожится, насколько я помню. Хотя не факт, сейчас посмотрим. Нет, взорвался. Ну ладно. Очень интересный ивент. Душераздирающий. Да? Таким вот образом мы, получается, и будем бомбить их здесь. Раз уж других вариантов нету. Стоп, 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 куда подходите? Ну давай, взрывайся ты уже там. Ну? Уйди ты отсюда, от меня подальше-то, а? Так, ну я так понимаю, это последние зомби, которые у нас будут, идут. На всякий случай так сделаем. Давай ты быстрее уже добегай. Вам все равно уже тут не жить. Давай, 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 давай. Так. И вот так, все, ребят. Довольно легкий получается ивент. Ну что это за награда? Ну что это за награды, я вас спрашиваю. Что-нибудь посерьезнее бы хотя бы дали. Так, ну что, давай, наверное, еще разочек тогда сыграем. Так уж и быть. Ну это пока нам не нужно. Поехали. Зомби incoming. То есть зомби идут, да? Нам вот этого надо взорвать. Тогда мы получим с тобой удобрение. Потом можно будет их смело сдувать и бомбочки ставить. Так будет, наверное, оптимально. Идут они довольно медленно, так что успеем расколбасить их. Так, первый пошел, второй пошел. Что-то немножко не то получилось. Не так я хотел сделать, ладно. Нормалек. Давай сюда поставим.
Ой-ой-ой. Не надо там улюлюкать. Улюлюкает он мне уже. Давай-давай-давай. Подрываем. Подрываем тут всех и все. Взорвался. Ну, вообще прекрасно. Ну что ты прешь? Иди он туда, взорвись. А этого придется подождать, пока он уже сам дойдет. Ускоримся здесь. Давай, беги уже, засранец. Все, друзья мои. Картошка, блин. Солнечный гриб. В общем, какие-то награды. Дешевые, очень дешевые. Что у нас там в магазинчике? Это что-то новенькое у нас. Давай бесплатно мне. Показывай, что там. Опять же дешевый, да? Три стрел. Понятно. Чарт-гвард. И все? Две. Раньше три, по-моему, давали. Теперь две только. А, нет. Правильно, две. Там же 10 всего лишь по энергии. Получается, да. Все отлично. Так, ну что, ребят, забираем здесь. Тыщенку. Да забрать все. Блин. Так, ивент. Есть, друзья мои, ивент у нас. А тут-то что такое у нас? 10 энергий всего лишь... А, нет, 80. О, до вот этих двух пиньят, наверное, можно было бы добраться. Ну что, давай посмотрим, что они нам тут предлагают. Так, зомби с бочками. Так, ну если здесь есть могилы, значит нам надо брать. Так, возьмем вот этого. Вот этого возьмем. А, Пасха же, да, они пасхальнички здесь. Пасхальнички сейчас получат по... Сам знаешь почему. Давай мину возьмем. И... Джек... Плюс ко всему. Ну да. Только я возьму, наверное, солнце-гриб. Или вот этого. Давай возьмем вот этого. Че, я готов? Погнали. Сразу же, оп. Энергию набрали. Надо будет вот эти вот могилы сразу уничтожить. Вот так вот. Чтобы не мешались они нам. Ну и выставлять просто везде мины. Не рычи мне там, рычит он. Это бомб-гранат, мы чуть попозже с тобой воспользуемся. Если вообще нам понадобится, конечно, использовать. Ну, судя по всему, здесь будет легкотня. Даже можно ускориться. Так, пираты, ну это фигня. Ребят, все равно легкотня. Последняя волна, мы ее сейчас уничтожаем. И все. Никаких проблем.
Ну, действительно, проще полинорепы, действительно. Так, давай дальше. А хватит ли нам до пиньетта добраться? Так, это 8 боев, но уже 7 боев, да, получается? И все тоже с... А, нет, тут уже по-другому немножко. А если я сделаю вот так? И вот так? Старая команда будет у нас. Давай так вот сделаем, чтобы они тут не стояли над душой у нас. И Джеки. Единственное, что у нас бомбочка, мина становится без ульты. Я думаю, что ничего страшного в этом нету. Как гасили этих чуханов, так гасить и будем. Ну. Так, ну мне надо что-нибудь другое. Ну вот так, например. Хотя бы. Угу. Энергии получали. Наверное, можно ускориться тоже, потому что ну, тут, я думаю, ничего сложного не будет. Вообще, вот эти вот испытания, они почему-то какие-то легкие. Сам видишь. Никаких абсолютно проблем нету. Разборка этих зомбарей. Даже немножко как-то обидно. Ну и последний. Где там зомби-то у нас? Вон он. Все похоже? Нет, не все, еще идут. Легче, легче легкого. Ну что, 500 монет на кону. Так, это получается 3, 4, 5, 6. Да, мы получим эти две пиньеты. Я уж не знаю, что там будет в этих пиньетах. Хотелось бы посмотреть. То же самое. Состав, друзья, будет один и тот же. Я менять ничего не собираюсь. Давай. Но если команда нормально работает, зачем ее менять? Конечно, не стоит. Первобытный подсолнух. Зомби идут. Еще кряхтит еще. Мелкий зомби. Ага. Подцеплен как кости, да? Типа я его не узнаю. Думаю, так легко ему пройти здесь. Ускоряемся, ребят. Во-первых, так мы быстрее пройдем. Тут ничего сложного нету. Если бы здесь была бы сложнота, поверь мне, я бы не стал бы тут ускоряться. Так как нам нужны те две пиньеты, потому... Ой, тихо, там толкатель. Так, ну-ка, Джек. Все, вообще, вообще моментально. Так, я, наверное, не буду полностью тратить энергию. Мы заберем пиньеты и на этом хорош. Если бы... Оу, а вот здесь вот... Здесь нам уже условия ставят. Куда ты? Здесь, наверное, мы уберем. Ага.
Здесь мы уберем вот этого. С этим, с факелом бежит чувак. С факелом. Я не знаю, виноградину может взять. Тушить костры. Тушить костры нам надо. Я не помню, если мы вот это вставим, он, по-моему, тушит, да? По-моему, тушит огонь. Но я не уверен в этом. Давай вот так, наверное, сделаем. Фига тут растений. Вот, новенький. У меня столько нет растений. Я манал, ты посмотри. Так их фиг получишь. Они либо за донат, либо еще за что-нибудь. Ладно, давай попробуем так. Мне нравится, что примитивный подсолнух очень быстро появляется. Ну, мне кажется, все равно ничего сложного не будет. Эй-эй-эй-эй-эй! Нормально. Хорош. Ну и, в принципе, нормуль. Да, мы... Ой, тут эти. Давай сделаем, наверное, вот так вот. Яблочные мортирки. Ну-ка. Ну да, в принципе, вообще, ребят, беспроблемно проходим. И вот он, последний этап. Две пиньяты, которые я хочу забрать. И уже пойти на ивент. Чего, вы хотите сказать, что... А они дойдут, думаешь, до сюда? Я сомневаюсь. Так, ну тут уже эти появились. Уберем вот этого. И вернем нашего... уничтожителя могил. Вот так вот. Поехали. Давай так вот сразу. Оп. И все по красоте. Зачем вот это вот небольшие фризы такие появляются? Нафиг это нужно, а? Так, он меня хочет вот этими пиратами, что ли, напугать? Ну, пока... пока вроде ничего сложного нету. Как разбирали, так и разбираем. Единственное, что надо нам пустые вот эти вот места как можно быстрее запечатать. Чем-либо. А мне пока нечем. Джек. Ну вот, все, пробелов больше нету. Можно спокойно здесь уже. Наверное, даже ускоряться можно. Проверим. Ну да, действительно. Вот так вот даже сделаем. Но самое главное, что мне нужно было забрать вот эти две пиньяты. Все, ребят, я их забираю. Смотрим. Фигня какая-то. Блумеранг. Большой орех. И все.
Да. Так, 500 монет и... А, тут еще тоже две пиньяты. Такое себе, ребят. Такое. Я думал, что-нибудь будет получше. А дали какую-то бредятину. Так, и что у нас здесь? Давай-ка глянем. О, 2000 монет я забираю. Так, я хочу посмотреть, что у меня там в огороде творится. Ать, хорошо. Замечательно. Так, Жужу, ты где? Вот она. Пожалуйста, опыли. Ну что, я пошел на ивент. Вот эти ивенты, да, они действительно сложноватые. Вот здесь вот. Тут стоит, как говорится, понервничать. Давай смотреть. Так, алоэ. На ежевике, да? Танцоры. Ну, ладно. Магнит. Угу, понял. Да, тут... Так, призраки, да? Да блин, мне не нравится вот это все. Черт, ты их побрал, а? Давай, 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 бомбим там, бомбим, замедляем все, все, что надо, то и делаем. Призраки. Давай сюда их поставим. Ну-ка. Справились, что ли? Ну, почти. Да, получается последний зомби. Но вот эти вот, да, события, ребят, на самом деле такие сложноватые. Здесь можно сфейлиться на изи. Чуть что-нибудь не то сделал, где-нибудь прозевакал, и все. Так, ну что, 61 тысяча скоро будет у нас монет. Первое событие у нас прошло, все нормально. И переходим на второй этап. Что нас ждет на втором этапе? Угу. Арахис. Ё-моё, вот этот гитарист, это плохо. Он пускает волну. Замедляшка. Замедляшку я, наверное, пока придержу. А вот тут вот как быть? Съедай его. Вот так вот. Потому что там другого варианта нету. Так, могильщик идет. Могильщик. А ну-ка давай. А фигли, фигли, против него не поможет это. Трындец. В общем, ты сам видишь, что тут вытворяется.
Как-то, ну, вообще не до приколов. Особенно... Нет, ежевика, да, она помогает, но... Вжаривай давай им там. Фух. Блин, ну, ребят, пришлось потратиться все-таки, а? 61 тысяча скоро будет, сказал Рэй. И пошел в минус. Ну, мне почему-то интереснее вот эти вот ивенты проходить, чем вот до этого, который был. Там как-то вообще на изи. Для детей, наверное, что ли. Не знаю. О! Вы сейчас серьезно, блин? Там целая орда зомбарей, ребята. Целая орда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что ж вы делаете-то, супостаты? Мы тут будем сейчас до посинения с тобой гасить их. Так, четверка максималка, да, у нас получается? Ну да, по-моему, четверка максималка, так что... Нет, или... Нет, там, по-моему, еще можно одного воткнуть. Да. Пятеро. Максималка — это пять. Вот кто. В плане. А почему ты не хочешь вставать? Ну-ка, давай. Правильно, по щам им всем. Совсем другое дело. Идут. Снежные комочки. Все, все сейчас надо будет в дело спускать. Оу. Снежные, блин, комочки. Давай этих, блин, сухофруктов надо. Ну. Да в плане, он даже не успел ничего сделать у меня, блин. Малыша завалил все-таки, а? Да иди ты в пень, блин. Вмазываем там по полной программе. Заколебали уже. Такие как крики там. Это была не последняя волна. Обрадовался, блин. Упс. Кирпичноголовые эти, а. Да отвалите вы нафиг. Да ладно, справились, что ли? Да, ребят, справились. Но я не скажу, что было легко. Напряжненько было. Так, это был третий этап. Погнали на четвертый теперь. Что нас тут будет ожидать? Ой, блин, робот этот. Гаргантюа-робот. Ну, они только под ультой работают. Ты же прекрасно понимаешь. Ну, это с комочками стреляет, бомбит который, да? Заморозк. Заморозка и все дела. Да ну в плане, ты ёк-макарёк. Чё, настолько прям вот они... Настолько жесткие, что ли? Да
я вижу, ребята, что вон он сверху. Типа ультанули, да? Давай, 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 ребятулечки. Бомбим по жесткачу. Блин, там зомбот, что ли, этот? Конечно. Офигею тут. Это он, гад, выпускает этих ушлепков мелких своих. Мелких зомбарей. Забомбим мы его, интересно. Пять своих мелких этих хулиганов выпускает. Еее! Рассыпался пройдоха несчастный. Ну и прекрасно. Ну и прекрасно. Так, ребят, переходим на последний этап. И что нас тут поджидает? А я, кстати, вовремя успел зайти. Через 2,5 часа бы у нас бы этот ивент был бы недоступен. Он бы закончился бы. Ох, быки. И что же мне тогда сделать? Как этих быков остановить? Твою налево. Маркадемия, блин. Был бы хорош, но все равно он будет их вырубать. Орех придется туда ставить. Какой только, любой орех получается. Типа арахиса. Да нет, нет, нет. Я не знаю, попробуем давай таким вот образом. Пока ждем, друзья. Энкамен идет, энергию жрет. Вот это прикольно. Не надо похищать энергию. У меня ее и так мало. Шикарно. Вот и Гаргантюах пошел. Завалили его, завалили. Что-то я вас какого перепуга на брата сюда подтянулся ты? Подтягивальщик мне, а? Нашелся. Всех, всех в труху. Что-то кого он там бьет? Ну-ка.
Шикардосик. Так, вроде бы, ребят, прошли. Нет? Да. Ну и прекрасно. Забираем наши награды. Так, где они там, наши пиньетушки? Одна пиньета, но надеюсь, там что-нибудь полезное выпадет. Высокий орех. Не очень полезно. Так, ледяной дракон. Васаби. Ну, понятно. Так, турнип. Лава гуава. Да ну что это? Я, честно говоря, думал, что дадут что-нибудь по путеве, какие-нибудь редкие растения. Нифига. Нет, зачем? Зачем Рэю редкие растения? Он по классике играет же у нас. Классист. Так, надо, ребят, посадить здесь новые растения. Так, жужу. А здесь. Минус 1 час 30 минут. Неплохо сократил время. Так, ну что, друзья, можно, конечно, было бы пойти сейчас на арену, но... А, кстати, а что у нас с ареной? Почему мне даже не показали, в какую я лигу перешел, я не перешел? Железная, да? Была серебряная, стала железная. То есть понизили меня. 20, 50. Да, можно было бы, конечно, подраться, но сейчас не буду. Я буду сегодня, друзья мои, закругляться. Так что всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.